Навигация NPC. Часть первая. Инфонод. Инфонодлинк. Инфонод помогает надземным NPC находить дорогу из пункта А в пункт Б. Данной Entity на карте выстраивается целая сеть возможных прямых и обходных путей. Размещать инфонод желательно на земле, но если вы используете Displacement, то размещать Entity можно на высоте не более 128 юнитов. Расстояние между каждым нодом чаще всего не менее 128 юнитов. Главным условием построения сети является прямая видимость между нодами. Каждый нод имеет свой номер, и это играет важную роль для следующей ситуации. Допустим, у вас есть NPC, который должен обойти стену. В какую сторону он пойдет, при условии, что все ноды находятся на одинаковом от него расстоянии? Чтобы не происходило ошибок, NPC всегда выбирает или самый короткий путь, или ноды с наименьшей нумерацией. То есть, всегда в такой ситуации он выберет нод под номером 1. Очень важно при расстановке нодов иметь в голове примерный главный маршрут, стержень всей навигации. Теперь о флагах. Human – нод для человеческих NPC. Small – для шариковой мины. White Human – для вартигонтов и пса. Tiny – вороны, хедкрабы, ползающие зомби. Medium Hull – муравьиные львы. Tiny Centered – мэнхаки и сканеры. Large – муравьиный страж и БТР Альянса. Large Centered – вертолет Страйдер Советник. Keep Editor Position – сохраняет позицию из Хаммера. И еще кое-что, несколько консольных команд. AI Nodes – отображает ноды зелеными кубиками. AI Show Connect – показывает соединение между нодами. Infonode Link. Данная Entity обрубывает связь между двумя нодами или разрешает использовать их только определенному NPC. В свойствах вы выбираете два нода, есть ли между ними связь. Тип связи – наземный, раз уж брин. Тут указывается класс или имя NPC, который сможет использовать два этих нода, даже если связь между ними выключена. Ну а это разрешает всем NPC, кроме выбранного, использовать связь между выбранными нодами. С флагами то же самое, что у инфонод. Вот пример использования данной Entity. Алекс Венс обходит стену, а господин Брин идет напрямую, так как доступ ему открыт. Вот, собственно, и все. Если вам нравится наш проект, пожалуйста, поддержите его финансово. А пока.